Лагерь Мишель уже рядом. Следующий портал находится за ним. Наконец я увижу план Мишель в действии. И кто знает, может быть, я найду здесь Зеру. Этим помещением давно не пользовались. Видимо, с тех пор, как вход был завален. Никакой охраны. Странно, а если монстры проберутся? Ё-моё, ну ты меня и напугала. Да, я ужасно страшная. Ты ведь Аюми, верно? Мишель сказала, что ты придешь. Меня зовут Верн. Пойдем, я тебе все покажу. Это и есть ваш корабль? Я слышала о гипотезе с кораллами. Эй, не смей такое говорить. Это никакая не гипотеза. Не знаю, откуда здесь этот корабль, но мы его починим, запасемся провизией и в путь. Видимо, кто-то уже пытался на нем улететь. Когда появилась Мишель и придумала этот план, мы воспряли духом. Появилась надежда. Нужно верить в успех и не сдаваться. Так что выкини с головы эту ересь. А что ты, кстати, умеешь, а? Типа забивать гвозди, рубить дрова. Нам все пригодится. Условие только одно. Северный выход для всех закрыт. Туда ходить запрещено. Но почему? Что там такое? Что-что? Почему всех это так интересует? Ничего там нет. Те, кто отправился в ту сторону, так и не вернулись. И Мишель это надоело. Радуйся, что смогла найти убежище, окей? Эй, Вер, ты мне связь нужен! Ну, мне пора. Ты располагайся пока. Монстры повсюду. Кто не собирается рисковать своей шкурой из-за таких там Джо? Да, это понятно. Я думал, он сбежал. Ну, конечно. Куда тут сбежать-то? Сбежать-то он сбежал. Что-нибудь слышал о новеньком? Да, я видел. Гляди в оба. Монстры повсюду. С чего бы это? Нам тут ничего не рассказывают. Он принес какие-то новости чего из Кирки. Вряд. Шла бы ты своей дорогой. Они даже не знают, что тут происходит. Люди продолжают приходить. Несчастные ублюдки. Но это не совсем тот случай. Этот парень очень известен среди охотников. Не помню, как его звать. То ли Марка, то ли Зак. И давно он появился здесь? Пришел с побережья на днях, как и все остальные. Но этот сразу видно крутой. Мишель тоже о нем слышала. Он был охотником за головами много лет. Как же его звать-то? Тогда понятно, почему Мишель сразу решила посвятить его во все дела. Может, они знали друг друга раньше? Нет, если это тот парень, то он одиночка. Гляди, всегда Вова, один работал. Монстры повсюду. Если честно, не стал бы я доверять такому. Как же его звать? Ну, прямо словно память отшибла. Уж не о Зере ли они говорят? Если Зера где-то здесь, я должна увидеть его. Прямо не знаю, как закрепить ту штуку. И стой тут. На гвоздях или болтах держаться никак не будет. От вибрации возникнет резонанс между деталями и отлетит ко всем чертям в самый неподходящий момент. Может, смолу какую сварить попробовать? Я думал об этом. Может, и получится. Просто оставь меня в покое. Обвязать веревками плетеными и залить смолой. Только надо что-нибудь более токсичное. А то, как в прошлый раз, термиты все пожрут. Тогда оно вонять будет. Мы и сами помрем от этой вони. Так добавь туда чего-нибудь от запаха. У Гарри он, спроси у повара. А он тут при чем? Он уже 3 года рыбу каждый день чистит. Наверняка есть у него антивонючий какой-нибудь рецепт. Это мысль, конечно. Надо будет к нему заглянуть. Это закрытая территория. Возвращайся назад. Дальше прохода нет. Извини, сюда прохода нет. Это приказ Мишель.
Куда это ты собралась? Она вооружена! Хватайте ее! Без ключа дальше не пройти. Ключ должен быть у кого-то из охраны. Все это не к добру. Все это плохо кончится. Ты жестоко расправилась с этими людьми. Меня вынудили. Разве не понятно? Я должна идти дальше. Я не виню тебя. Что сделано, то сделано. Но не забывай, ты нажила себе новых врагов. Что она здесь делает? А ты откуда здесь? Ей нельзя сюда! Огонь! Огонь! Она дезертир! Убейте ее! Странно, алтарь прямо у них под носом. Почему они им не пользуются? Почему они не учатся магии? О нет, опять эта тварь! Меня. Как люди могут жить в таких условиях? Просто немыслимо. Что же все-таки люди делают здесь? Летающий корабль? Очевидная фикция. Может, они боятся признаться себе, что выхода нет? А ну стоять! Кто тебя сюда пустил? Отвечай! Даже не думай подходить к воротам! Другого пути здесь нет. Что здесь происходит? А, это ты. Зачем ты преградила путь? Вторая сфера существует, мы все сможем вернуться домой. Это правда? Конечно нет, идиот, она ничего не понимает, а твоя задача охранять портал. Нельзя оставаться здесь и надеяться, что ваша развалюха полетит. А ну, хватит. Мишель, ты же прекрасно знаешь, что твоя затея пустышка. Я сказала, убейте ее. Что если... Немедленно! Ого, похоже, я переполошила осиное гнездо. Как-то
используй контроль времени, Аюми. Не забывай, эта способность поможет тебе преодолеть большинство препятствий. Кажется, уже недалеко. Уже не скрываю. Это древний город, построенный небесными стражами. Портал где-то внутри. Будь осторожна, тут может быть полно ловушек. Небесные стражи были защитниками драконов, но вторжение хаоса заставило их отступить. Они переселились подальше, на небесные острова, и более сюда не возвращались. Теперь это нейтральная территория, так что хаос чувствует себя вполне вольготно. Только попробуй!
здесь несколько таких переключателей. Нужно найти их все, чтобы активировать портал. Не пойму, зачем людям охранять это место? Не знаю. Людям вообще опасно здесь находиться. Странно, почему наместник хаоса до сих пор их не убил. А что, если Мишель все же нашла сокровище? Это объясняет ее враждебный настрой. Кто бы захотел по доброй воле делиться? Мы встретили людей гильдии недалеко от разбившегося дирижабля. Они были очень гостеприимны, но принесли нам крайне пугающие вести. Многие из этих людей живут на острове уже несколько лет. Они уверяют, что обыскали весь остров, и что второй сферы, которая призвана вернуть нас домой, просто не существует. Люди пригласили нас в свой лагерь, так что мне пора. Я напишу обо всем этом позже. У меня плохие новости. Мы натолкнулись на ужасное существо. Оно появилось ниоткуда. Одна тварь уничтожила половину нашей группы за считанные мгновения. И вместе с ними нашего проводника Джона. Эта тварь, мы выпустили в нее половину наших патронов, а она даже не заметила. Не пытайтесь ее убить. Да и вообще советую, обойдите это место. Флора этого места поразительна. Я нашел колонию удивительных цветов. Они огромны и парят в воздухе. Я изучил их очень внимательно, и оказалось, что по структуре это кораллы. Как всегда, я взял с собой несколько образцов и вскоре сделал еще одно открытие. Цветы все время пытаются убежать от меня и вернуться туда, откуда я их забрал. Они ведут себя как единый, и что самое интересное, разумный организм. Что делаю? Да ничего. Меня бесит, что я в западне. Чувствую себя идиотом. Но есть способ выбраться. Вторая сфера. Откуда ты знаешь? Магистр гильдии, он связался со мной. Я бы не стал доверять этой старой обезьяне. Но ты же не собираешься провести здесь остаток дней? Мишель, конечно, слегка не в себе, но она хоть пытается что-то придумать. Пытается? Да, она всеми манипулирует. Нельзя выбраться отсюда на корабле. Как можно верить в такую чушь? Но это не значит, что можно ходить и резать всех подряд. Я слышал, ты убила людей на корабле. Странный поступок. Ты не понимаешь. Это была западня. У меня не было выбора. Ты знаешь, Аюми, иногда нам приходится принимать непростые решения под влиянием обстоятельств. Мы все здесь оказались в ловушке, как чертовы кролики, и мы не можем позволить себе терять голову. Кроме того, нам еще предстоит понять массу вещей. Мишель полагает, что активация портала убьет нас всех, а я не хочу умирать. Так ты пришел сюда, чтобы остановить меня? Я не буду тебе мешать, но и помогать не стану. Делай то, что считаешь правильным, я же поищу другой путь. Значит, на этом наши дороги расходятся? Посмотрим. Он вроде приятный парень. Тебе стоит прислушиваться к его словам. Еще бы. Только сейчас он и сам не знает, что делать. Только попробуй!
Закон презренный, порталы презренны. Договор расторгнут. Люди впредь землю сей изгнаны навеки. Оружие свое сложите. Что еще за железный дровосек? Осторожно, Аюми. Это тяжелый пехотинец небесных стражей. У него на спине регенерирующее устройство. Оно делает его неуязвимым. Помни, твое главное преимущество — это контроль времени. Используй это. Экспериментируй. Изучи слабые стороны врага и найди способ уничтожить регенерирующее устройство. Учись использовать контроль времени в бою. Не должны быть здесь. И почему они так боятся, что мы откроем портал? Портал ведет на небесные острова, их территорию. Но люди не представляют для них никакой угрозы. Ладно, неважно. Я иду дальше. Людей взялись всерьез. Этого ли боялась Мишель? Процесс естественного отбора в действии. Только здесь уже очевидно, кто победит. Thank you.
Какой же изощренный ум создал все это? Просто сумасшествие какое-то. Ну надо же было такое наворотить.